Всем привет, и мы с вами в Хихоне и идем смотреть квартиру в хорошем районе с ремонтом. Вот стадион Хихонского спортинга, один из старейших действующих стадионов в Испании. И квартира находится отсюда в 1 километре, то есть если вы футбольный болельщик, сможете без проблем ходить. Сейчас я туда ближе подойду, покажу. Район хороший, действительно, когда спрашивают, все прочее. То есть я, так скажем, плохого не держу, поэтому показываю и предлагаю то, что заслуживает внимания. Идем смотреть. Район Эль-Кото. Именно здесь и находится наш объект. Квартиру мы сегодня будем смотреть от банка. Заявленная стоимость 65,5 тысяч. Но для этого района это немного, в принципе. Вот район действительно хороший, который я бы рекомендовал именно для жизни непосредственно. Ну, я думаю, вот сейчас я вам по пути сниму. Он находится в 1 километре от океана, от пляжа. То есть близко, но не настолько, чтобы там, допустим, там ветер к вам долетал или еще что-то, когда какой-то шторм. То есть все более-менее в этом плане спокойно. Вот видите дома с отдельными территориями, огороженными. Ну и просто вот, вот вам немножко райончика. Но нам вглубь, туда. Вот видите такие вот домики с отдельными территориями. Если кому что понравилось, говорите. Наш домик попроще, ну и цена у него, естественно, подешевле, чем в таких. Но уже в 500 метрах отсюда. Здесь есть все необходимые школы, все прочее. До центра пешком можно дойти минут за 10, может быть. 15, ну, смотря до какой точки центра вам, естественно, надо. То есть очень все недалеко. Район именно для жизни хороший. То есть километр до океана. Хороший парк. Хороший парк Изабель. Тоже вам я немножко покажу в конце, уже после просмотра квартиры. Вот, парк чуть-чуть покажу. Пляж, в общем-то, к которому мы выйдем. Чтобы была понятна вся инфраструктура. Если кого что заинтересовало, есть желание, допустим, приобрести либо еще что-то, вы пишите на почту, она указана в описании, и мы все это дело вот сделаем в лучшем виде. Да, кого интересует, будете ли вы скучать по березкам в Хихоне? Нет, не будете. Есть и пальмы, и березки, и, по моему мнению, самое лучшее место для жизни. Также кто, ну, вообще Астурия в целом, да. Также, кого интересует индивидуальный подбор, точно так же обращайтесь. Подберем, исходя из вашего бюджета, возможностей и желаний. Только лучшие варианты. Бич такой многих южных испанских городов. Это хозяева, не следящие за своими собаками. Собачьи какашки повсюду и все прочее. Вот вы можете видеть, на севере, конечно, такого добра практически нет. Практически нет. Тут и народ чуть-чуть другой. Ну и север весьма, весьма условный. 16 градусов. Вторая часть декабря. Также гораздо лучше здесь дело обстоит и с преступностью. Вот пристегнули, стоят. И со всем остальным. То есть в плане языков, всего остального. Но об этом есть ролики на канале, не буду повторяться. Можете посмотреть, ну и присоединиться. Впереди еще много интересного. Но также по поводу вот этого сказал, да, что если что, обращайтесь. Вот Дон Кихот и Санчо Панчо. А до квартиры нам 150 метров. Вот наш дом. Квартира расположена на 2-м этаже. Состоит из 3 комнат и салона, и 72 квадратных метра занимает он. Пожалуйста,
ту сторону, вот только что мы там были, ну и в эту сторону. Ну давайте посмотрим внутри, а потом уже вокруг. Подъезд. Sí. Y ¿cuántos pisos está en una? Aquí en la planta hay cuatro manos. ¿Cuántos? Dos aquí y dos en el otro. Ah, en total. Sí, dos manos. ¿Vale? Sí. Четыре квартиры на этаже. Ну так получается, вот две и вот две. Дом жилой, видите, все. Скоро Новый год, Рождество. Все. Второй. Так вот тут распределены они чуть под высотам, видно в разные стороны. Вот мы с вами заходим. Три комнаты. Баня. Ванна, кухня. Вот мы сразу заходим, получается, кухня. Дверь вот такая вот выдвижная, кухонька небольшая. Ну, зал, потому что вот зал идет, обычно обедают здесь. То есть вот идет кухня, отопление здесь, отопление газ, газ натураль. То есть из трубы городской нет. Каких-то, допустим, там не надо баллоны менять, еще что-то. Вот идет кухня. Небольшая, но достаточно приятная. Вот идет зал, квартира от банка. То есть получается пустая идет и, соответственно, только вряд ли возможно в банковских квартирах. 65 500 цена заявлена. Ну, можно, конечно, попробовать, но примерно вот так. То есть вот отопление, оно везде есть. Тут вид так же, как вот и на кухне, видите, такой вот. Там вот вторые квартиры, то есть чуть на другой высоте, вот на другую сторону. Вот это вторая комната. Вот далее мы идем. Далее. Вот, идем далее. Это ванна. Вот ванна. Ванна очень приятная. И что мне нравится, в большинстве мест на севере, вот, это именно ванна. Именно ванна, а не душевая кабинка. Вот, вы видите, да? Достаточно новая. То есть в принципе, я так понимаю, выносили мебель когда-то и все. То есть тут можно покрасить спокойненько стены и жить вполне себе успешно. Так, вот это вторая комната. Вот видите, тут такие вот светильники, но включить их не могу, квартира от банка, сейчас электричество банк отключает, чтобы за него не платить ему. Но это сделать очень быстро и несложно, если будет желание, то есть буквально практически сразу же с тем, кто пожелает, мы это осуществим. Это не проблема. Вот. Вот идет эта комната, вторая спальня и третья спальня. Вот третья спальня идет тоже, вот видите, с такими вот светильниками. Ну, естественно, мебель, да, видите, стояла, все прочее. И надо, конечно, подкрасить все прочее. Но в целом вот, полы в целом можно вполне себе жить. Но тут вид у нас на дорогу. На дорогу окна вот нормальные вполне. Хорошие. Окна хорошие. Вот такая вот квартира. Что еще показать? Потолки, в принципе, я так понимаю, сделаны, поэтому чуть ниже
но высокие, то есть достаточные вполне. Вот видите, разные уровни они идут. Вот. Тут же уже и выше. То есть очень красиво будет, если чуть-чуть подкрасить. Вот. Ну вот, допустим, вот эти места. Но это как бы мелочи, мелочи жизни. Такой вот шкафчик тоже, который можно использовать. Площадь, как я и сказал, 72 квадратных метра. 72 квадратных метра. И цена 65 500. Три комнаты, ванна, кухня, квартира от банка. Ну вот, у кого есть желание, пишите. Почта есть в описании. Кому нужны иные варианты, допустим, по иной ценовой категории или, не знаю, в иных местах, то тоже можете писать. Ну а сейчас мы с вами, в принципе, пойдем и посмотрим окрестности, что я и обещал. Парк и пляж. Вот я вышел из дома сейчас, недалеко нам до парка. Вот, порядка меньше 10 минут. Сейчас я сниму большой парк. Вот, немножко, конечно, я не буду вам полностью, это отдельный обзор будет. И потом на пляж, до пляжа также порядка 10 минут пешком, соответственно. Вот, я вам сейчас чуть-чуть сниму и расскажу как раз просто по пути, на фоне приятных пейзажей, о стоимости, о дополнительных каких-то затратах, о стоимости коммунидада. Мы уже неподалеку от парка, ну вот по таким дорожкам, такими видами будете ходить, если, конечно, сюда решите перебраться. Ну и вот мы уже, в принципе, в парке Изабелл. Находится он порядка 10 минут от квартиры, которую я вам только что показал. Его надо снимать отдельно, все прочее. Я сейчас на входе вам сниму и покажу также в 10 минутах находящийся пляж. Огромная детская площадка. Вон там черный лебедь плывет, белый лебедь. Ну ладно, я же квартиру вам показывал, а не лебедей. То есть заслуживает отдельного ролика, то есть посмотрите потом. Вот, в общем-то, получается, что коммунидад 50 евро, значит, платить. Но в этот коммунидад, это коммунидад, получается, ремонт, то все, в общем-то, текущий, все прочее. Но в коммунидад в этот самый входит вода. То есть в Хихоне есть дома, где вода включена вот в коммунидад. То есть, соответственно, за воду холодную вам дополнительно ничего оплачивать не нужно. Ну вот. Парк, конечно, большой, красивый. Присоединяйтесь к каналу, обязательно его сниму. А сейчас чуть-чуть пляжа. Тоже в 10 минут, минутах, только чуть-чуть в другую сторону. Ну, схоже. Ну, вот и пляж Сан-Лоренцо. Центральный сейчас отлив, а так придет вода ближе к ночи. Ну, в общем, такую вот мы с вами сегодня квартиру посмотрели. В хорошем районе. С ремонтом, с отоплением. Можно заходить и жить. Если кому какие-то моменты, нюансы интересны, есть почта под описанием, пишите. Если интересуют какие-то варианты, что вы хотите приобрести, более конкретно также, не стесняйтесь, можете писать на почту. Также мы посмотрели места, которые находятся неподалеку от нее. Но район действительно хороший. Вот. Плохих не держим. Вам же желаю всего хорошего. Удачного дня. До новых встреч. Пока.